И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Panzer. И сегодня, как вы видите, я играю за Паладину, потому что пятница, да, пятница, 1 января. И ловцы метеоритов. Вполне неплохая карта. Мне сейчас только что, ну не только что, я бы так сказал, перед этим боем был тоже ловцы метеоритов, никто не затащил, были такие прям жесткие моменты, но никто не затащил, тупили много и так далее. Ну да ладно. Суть даже в чем? Обидно то, что я ее не записал, в том плане, что... как бы... Господи, секунду. Так, спасу. Не спас, офигеть, вот просто, неважно, как бы я ни старался, я не спас. В общем, суть была в чем? У чувака был пинг, показывал 20 тысяч, прикиньте, 20 тысяч пинга. С таким пингом, понятное дело, играть вообще невозможно. Прикиньте, 20 тысяч миллисекунд задержка. Ну, это, понятное дело, вообще ни о чем. Но он играл. Он нормально играл. То есть чувак нормально играет, ему показывают пинг 20 тысяч, и бах, его банят. Да банят за то, что у него пинг 20 тысяч. Нормально, да? Система показывает, что у него пинг 20 тысяч, и его за это банят. Не больше и не меньше. Давай. Рубани его, да? Помогу даже вот так вот и сделаю, короче, прям. О, нормально, блински, поперли. Понеслась! В общем, на этой же карте играли, поэтому не знаю судьбу того чувака, но я надеюсь, что его не сильно будут ругать, я бы так сказал. Ах ты ж, нифига себе, понеслась! А что я еще могу сделать в такой ситуации, когда вокруг меня одни лишь враги? Ну ничего, кроме как схватить камень и побежать, попытаясь хоть как-то разрядить обстановку. А, реально. Не, ну смотрите, зато они кучканулись. О, их не орк тупит. Зато они кучканулись и как-то немножко рассредоточились, и вполне себе неплохо получилось. Стоять. Да, попытался ударить его, попытался ударить меня, в итоге ничего не получилось. И я сейчас сдохну. Да. Я вылез из щита, побоявшись того орка. Ну а что поделать? Либо орк бы меня грохнул, либо так меня поджарили бы да убили. Ладно, спокойно. Спокойно. Я даже... Блин. Короче, не понимаю, что-то вообще в чате написано. Идиотизм какой-то написан в чате. Ладно. Суть в чем? Мне нужно помогать нашим. Так, спокойно. Кстати, вы слышите сейчас новую музыку. Я надеюсь, вам она никак не мешает, потому что реально мне такая музыка нравится. И я тут покопался немного в фанатике YouTube, и да, нашел там прекрасную музычку, которую не надо ни авторские права указывать, ничего в таком духе. Просто достаточно включите, чтобы она играла. Да, так что... Все легко и просто. Давай. Чувак, блинский. Да ты чё, орк? Орк, зеленая ты морда. А помогать кто мне будет? То вот и как вас вообще хилять после этого? Конченые вы ублюдки. Агрессия? Да, не спорю, агрессия. Меня, кстати, прикалывает просто. Один такой комментарий был. У тебя на такой-то минуте была агрессия. Дизлайк. Да господи, да насрать! Ставьте дизлайки за мою агрессию, потому что с этими конченными ублюдками невозможно играть. Да, я вот такой вот. И поверьте мне, если бы я не был бы таким, какой я есть, вы бы услышали от меня столько всего веселого, и настолько это было бы разнообразно, что, я вам так скажу, многие маты вы бы еще ни разу бы не услышали в жизни, кроме как от меня. Вот такой я молодец. Ну, не люблю я просто материться, матюкаться. И так, далее меня рубанули, почему-то блок не поставился. Или меня вот так через блок пробил, хорошо. Так что, мне плевать, ставьте дизлайки за то, что я агрессивен. Да, потому что, ребят, если бы я бы хотел бы быть агрессивным, я был бы агрессивным. И поверьте мне... Так я бы заслужил бы намного больше подписчиков за свою агрессию, за то, что я бы матерился шаг на шаге, и все в таком духе.
Я это прекрасно понимаю, но я не хочу изменять себе, потому что, как бы, ну, не хочу я никак выражаться и так далее. Хотя я прекрасно понимаю, это было бы намного больше бы, точнее, намного больше бы у меня бы приносило бы толку, точнее, толку моему каналу. Чувак, я тебя не спасу. Нет, я тебя спас, смотри-ка. Ну, я сейчас сам сдохну. Не, я тогда у меня просто блок не сработал. Мне кранты. Ну, что поделать, мое здоровье было очень маленькое, а вылечиться, ну, я никак не мог. Офигеть. Я еще практически лучше по помощи. У меня только наш саперчик обгоняет. Вообще, ну, здесь тяжело заработать помощь, просто несказанно тяжело. Но в предыдущем бою, где чувака забанили... У меня получилось, я был лучший игрок за бой. Не, я не хочу туда бежать, потому что сейчас у нас тут будет вся тюрьма. Вся мочилова будет тут, и... Да ты зараза, блин, зараза, меня тут поджарили. И пошли вы все. Help me, мать вашу. Вы что, твари, творите? Вот, ребят, ну как вот с такими людьми играть? Они просто-напросто кинули хила. Хила. Того, кто эти задницы жирные постоянно спасает, хиляет и так далее. Я вот даже вот этих вот лучше похиляю, от них больше толку от мумий. Меня сейчас реально спасли мумии. Меня просто-напросто спасли сейчас мумии. Если бы не мумии, я бы сдох. И вы понимаете, да, какой смысл мне хилять мумии, нежели моих союзников. Залетай! Нет, не получилось у тебя взлететь. Лорд Белиал, ну да, чувак, возможно, ты хоть как-то и пишешь со своим ником, но толку от этого никакого нету. Ну, прекрасно. Так, ну, вроде как, немножко накопил ЦП. Давайте-ка врубим порошочки, может, они хотя бы помогут нашим. О, да, нам просто затаскивают, потому что у нас конченые дебилы, а не зеленорожие твари. То у нас в целом команда умников. Ёкарный бабай, господи. Ставить приоритет, цель, нежели свою команду, ну, не знаю. Я лично пытаюсь отхилять, а не пытаться затащить камень. Хотя я прекрасно знаю, что я не затащу. Поэтому, может, я поэтому и не пытаюсь затащить камень. Но они верят, то, что они с половины хп подбегут, схватят камень, не затащат его в ворота. Вот такие у нас игроки. Мало того, что у нас орки дебилы, которые не могут ничегошеньки сделать, в прямом смысле слова, они как говно бегают и пытаются хоть как-то надамажить противника. Но, по крайней мере, мне такие попадаются постоянно. Зараза ты мелкая. На тебе еще тогда. Козлина. Хе-хей. Ну, немножко отвлек их, и ладно. Ну, давайте глянем, где хоть-то... А, ну, конечно, если инквизитор на последнем месте стоит, хотя он зашел, как понял, недавно, и толку от него все равно никакого нету. Ну, ты конченые дебилоиды, блинские, жирные придурки. За меня в огонь закинули. Ну, как с такими дегенератами играть, а? А, нормально. Просто пока эти дебилы пытаются хоть что-то сделать здесь, это... А, конечно, конечно. Я прекрасно понимаю, что это во всем виноват сапер со своим телепортом. Ну, поставил он его, ну и не ломает его. И что? Наши забегают в телепорт и бегут сразу же драться. Они не видят, где. Они вот этот значочек не видят. Это же прекрасно вообще. Это же прекрасно. Не смотреть, куда надо бежать. Ну, давайте посмотрим. Ну и что ты, дегенерат? Бежишь ты не пойми куда. Схватил камешек, правильно, давай, беги, беги с камешком, сдохни как говно, но беги с камешком, молодец, молодец, правильно, господи ты божечки ты мой, вот с такими дебилами приходится играть, ну, мне плевать, я выложу это видео, хотя бы из-за того, что я здесь слишком много чего наговорил, так сказать, нужного, нужной информации. Вот это я не спорю, хотя ты, орк, поверь мне, еще тот идиотина. Ладно.
Ну давайте посмотрим, поможет ли вам это или нет. Хотя на этой карте это должно помогать просто на ура. Ну, спас я тебя. Ну, посмотрим, что ты сделаешь. Не, смотрите-ка, он ты сделал нехило. Дело, ты задержал противника. Эх, молодец. Ты-то куда шла, мелкое создание? Господи ты, божечки, нам сейчас третий шар. Нет, не затащат. Нет, смотрите-ка. Есть смысл иногда наших спасать. Но, как видите, толк от этого все равно ноль. Хотя я лучше по помощи, и мне срать на всех. Хе-хей. Даже при такой ситуации умудряюсь быть лучшим по помощи. Это, конечно, да, это почетно. Но, блин, толку от этого никакого. Как бы ты был, нет, как бы ты не был лучшим по помощи, если твоя команда говно, то и ты просрешь. Вот так вот и играем. Ну, а я с вами, пожалуй, буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и заходите в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока.